Господи милостивый, за что? За что такая несправедливость? Всего одну воду плавал красавец наш Петр Железнов. И вот уже догорает. Селяви! Кто дежурил? Матрос Шаламов. Шаламов? Он. Свояк к нему из Сызрани приехал. Четверть водки выжрали на борту. И воспламенились. Да. И воспламенились. Я же вам говорил, вас, Борисов. Списать надо было матроса Шаламова на берег. Слабый он человек, водку любит. Не послушались вы меня. Теперь, пожалуйста, вон их везут. А все доброта ваша. Да не добра я вовсе. Он Федю моего мальчиком из воды спас. Оба в уголь. Не знаю, не знаю. Сейчас поглядим. Да. Оба. В уголь. Пить-то пей, да дело разумей. Пить не умеют. А лучше не пей и разумей. Да я не о себе говорю. Вон, о них. Об угольках. 300 тысяч. 300 тысяч, как одна копеечка. Да будет вам, Гурий Львович. Бог дал, Бог взял. Едем. 300 тысяч. Да перестаньте, Гурий Львович. Не люблю пустых слов. Можно подумать, что проход ваш, а не мой. За дело душа болит, Вася Борисовна, за дело. Ну, если за дело душа болит, вот и давайте поговорим о деле. Весь внимание, Вася Борисовна, весь внимание. Записочку-то я вашу почитала на сон грядущий. Да? Да. Ну и как? А вот так. 3 с полтиной за 1000 пудов, 35 сотых копейки с пуды, это, конечно, маловато. Не перебивайте меня. Это маловато. Для грузчиков товара пассажирских пароходств это маловато. Им приходится таскать грузы и за 25 сажен и дальше. Безусловно, приходится. Они в среднем вырабатывают целковый в сутки. Им на мясо не хватает. А без мяса что за грузчики? Что правда, то правда, кто же спорит. Вот вы и спорите. А вам бы статейку в газету тиснуть. Найти человека, чтоб с грузчиками потолковал, а не записочки строчить. Простите меня, вас, Борис. Найдете такого? Разумеется, найдем. Вот это дело. Надо крупное хозяйство прижать, Гурий Львович. Легко сказать, вас, Борис, на легко сказать. Прижать, прижать их надо. А у меня хозяйство мелкое. Ну, что у вас, Борис, не скромничайте. Давно не мелкое, и даже не среднее, а покрупнее, и даже очень крупные. И вы это хорошо знаете? Не знаю, не знаю, знать не хочу. У меня груз мелкий. У меня сами матросы перебрасывают с парохода на пристань. Грузчиками пользуемся изредка. Вот поэтому матросам 2 рубля с 1000 пудов мало. Ну, а за что больше-то? То есть как за что, Вася Борисовна? Вот вы устроите, чтобы Кавказ Меркурий и пароходство Сироткиных до 5-шницы с 1000 пудов цену подняли. Устройте, Гурий Львович. Тогда и наши пароходики охотнее грузиться будут. Тогда и мы прибавим матросам. Так что, извините, записочку это вашу решительно бракую. Ну-ну. Баранки гну. Алексей! Где он? Алексей! Тут я! Вас, Борисовна! Ты что там делаешь? А ну-ка, вылезай оттуда! Вон минут! Двигай, двигай! У них тут в моторе трубочка лишняя оказалась. Сейчас откручу ее и едем! Он же вам Пежо испортил, мерзавец. Вы его в Париж посылали, одели там с иголочки, а он испортил. Ну, Гурий Львович, здоровы будьте. Я пошла. Время – деньги. На меня дела плывут. Вася Борисовна, подождите, он сейчас исправит. Вася Борисовна! Thank you.
Тебе на телеге ездить, а не в Пежо. Вас, Борисовна, Сэмонифик, из трубочки-то авто быстрее бежит, видели? Ты вот что, Сэмонифик, поставь авто в отбор, и чтоб сразу же, понял? Понял. А будешь опять девок катать, ту волю, вот так, все. Слушаюсь, только не сердитесь, вас, Борис, из трубочки-то, оно быстрее бежит. И трубочку тоже поставь на место. А все-таки быстрее. Я проказ этот господин Пежо, Париж напишу. Не возражаете? Вас, Борисовна? Напиши. Мерси! И чертеж сделаю. На-ка вот, Анюта, сними копию, Женька. Сделаешь, и сразу же гури отошли, а то ворчит очень. Слушаюсь вас, Борис. Опять кто-то на лифте катается. Да нет, вроде по делу кто-то. Матрос Шаламова, помнишь? Помню вас, Борисовна, как не помните? Он Федю вашего в ледоход из воды спас. Верно. Ну так вот, теперь ни матроса нет, ни парохода. Как? А вот так. Пожалела я его тогда, на берег не списала. А он мне пароход спалил. С пьяну, что ли? С пьяну. Господи милостивый, за что? А за то, что пожалела. То, что жалеть человека нельзя. Ему от этого вред. И себе. Бонжур вас, Борисовна. Здравствуй. О чем это дальше Гури с тобой разговаривал? Да не разобрала, что там там сорвается. Ну что он там? Алло, моторная! Моторная, слушай! Василий, ты что, уснул? Выпихнулся я, Анна Ивановна, кашу ел, куда пошла. Извиняюсь, сейчас! Ну, двигай, двигай! Все-таки вас, Борисовна, в технике мы весьма отстали от иностранцев. Зато по доброте душевной мы впереди всех народов. Что верно, то верно. О чем третьего дня с ним разговаривали? Рассказывала о немецких социалистах и короле ихнем. Гляди, как бы он тебе живот не натискал социализмом своим. Ну уж нет, я выучена. Он за Натальей Сергеевной ухаживает. Знаю. Ну, Надка не глупа. Он и за Людочкой тоже. Видишь? Какой разносторонний. Вас, Борисовна, где это вы ходили? Ножки испачкали. Где ходила? По помойке ходила. Давайте-ка я вас разую. Послушай, мать, что это ты тут мне насчитала? А что? Смотри, 97 385 рублей 57 копеек. Правильно. Нет, неправильно. Ты на полтора целковых ошиблась. Ты ж меня так по миру пустишь. Ты что? Ой, вас, Борисов, простите, Христа ради. У меня вчера мигрень случилась. Мигрень? А ты не считай, когда мигрень. Или лекарство прими, мигрень. У нее мигрень, а я померу с умой. Мигрень. Ну, что ты мне их суешь? Ну, ты их еще на стол поставь. Поставь их на стол. Простите, Христа ради вас, Борис. Возьми документы обратно. И чистенько все перепиши. Слушаю. Говорите. Слушаю. Да? Ну вы где, внизу? Поднимайтесь, жду вас. Да. Мельников из окружного суда. Пока буду говорить, никого ко мне не впускай. Слушаю. Ну двигай, двигай. Паса Борисовна, разделись бы.
Вспотеете все. Мигрень. А я по миру с умой. Добрый день, многоуважаемые. Добрый день, Юрий Васильевич. Проходите, присаживайтесь. Иди, Анюта. Да, и притвори поплотнее дверь. Слушаюсь вас, Борис. Ну что? Новости невеселые, Васа Борисовна. Предварительное следствие закончено. Дело передано прокурору. Следователь уверяет, что смягчил, как мог. За 3000-то мог бы и совсем смягчить. Невозможно. Я читал показания этой бабы сегодня. Она пооткровенничала, как на исповеди. Значит, суд будет? Неизбежно. Наказание какое? Возможно, каторжные работы. Что это? Это фотографии потерпевших, как вы просили. Как это у вас называется? Что именно? Баловство это. С детьми. А растление. И слово-то какое-то липкое. Ой, господи, срам-то какой. Кто это? Это Аникина, дочь прачки. 11 лет, с супругом вашим. Господи, кто это сделал? Полиция в номерах. Не совесть с ним снимать такое. Я покупаю это. Вас, Борисовна, это невозможно. 1000 даю. Это невозможно. Ну, 2000. Нет, не стоит оно денег этих. У полиции пластины есть, они могут напечатать сколько угодно. Я прошу вас, я из дела вынул. Что же теперь будет? Ну, прокурор составит обвинительный акт. Вручит акт обвиняемому. Арестует его. Всех троих и сегодня? Всех троих и сегодня. А нельзя, чтобы прокурор еще смягчил? Можно, но наш... Тише. Что? Наш метит на высокую карьеру и вряд ли решится. Хотя есть слух, что со стороны соучастников деяния хлопочут. Вот как. Ну-ка, давайте мы похлопочем. Предложите прокурору сделку. Мне надо это дело похерить. Совсем похерить. У меня дочери. Вас, Борисовна, я понимаю вас. У меня у самого сын. При всем уважении к вам и... благодарности за доброту. Короче говоря, Юрий Васильевич, о благодарности будем говорить потом, когда сделаем дело. Мирно и прилично. Действуйте. Так я совершенно... Я не... Юрий Васильевич, мне денег на этот случай не жалко. Удастся? Векселя ваши возвращаю вам. Могу добавить. Да, все-таки я. Довольно? Все-таки я. Вас, Борисовна, лучше бы вы сами. Ну, это слишком жирно будет для прокурора, чтоб я ему кланялась. Платить согласна, кланяться нет. Так что вы сегодня же, Юрий Васильевич, пожалуйста. Потом позвоните и сообщите цель. Если ты откланяться. Ну, желаю успеха. Я спешу в суд. Спешите. Юрий Васильевич, и помните, денег мне на этот случай не жалко.
Мамочка, я сегодня такой сон видела, просто удивительный. Ну, чего тебе? Ты работаешь? Работаю. Уйди. И позови ко мне Лизу, пожалуйста. Брат жалуется. Замки не смазала. Не слушаешься его. Не успеваю я вас, Борисовна. Одна на всех. На весь дом. Трудно мне. Дайте помощницу, девчоночку какую-то. Нет, 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 нет. Этого не жди. Не люблю лишних людей в доме. Тебе барышни помогают. Получаешь хорошо. Старайся. Видишь, спи. Да я не ложилась еще. Сергей Петрович, позови ко мне. Слушаюсь. Зачем звала? Только встал. Или спать собираешься? Только встал. Ну, чего тебе? Не ори. Не страшно. Я не ору. Вот и не ори. Я не ору. Ну, и не ори. Сядь. Сел. Вот и посиди. Ну, что тебе надо говорить? Обвинение твое прокурор утвердил. Врешь, не верю. Утвердил. Ах, сволочь, ворюга. Я ж ему 9000 в карты проиграл, еще 11 обещал. А он утвердил. Ах, ворюга. А еще прокурор. Вот и верь после этого людям. На днях получишь обвинительный акт. После этого арестуют тебя. В тюрьму запрут. Пожадничала, да? Сколько ты дала? Сколько ты смертно дала? Не ори, тебя слышат. Сколько Мельникову? 30000 дала. Да знаю я тебя, за целковый удавишься. Купчиха ты, торговка, подонок. Толкосник, смотри. Чего ты мне их суешь? Их не взяли. Не взяли, Мельников. Не взял. Гнида, скотина. Ничтожество. Не взял. Испугался до смерти. Далеко дело ушло. Не остановишь.
За совращением малолетних полагается каторга. А ты рада? Ты рада? Рада. Да, я рада. Я рада, я так рада, что жить не хочется. Рада. У тебя дочери, невесты. Каково для них будет, когда тебя на каторгу пошлют? Кто порядочно их замуж возьмет? У тебя внук есть. Скоро ему 5 лет минит. Лучше бы тебе, Сергей, человека убить, прости Господи, чем пакости такие содеять. Тебя убить-то надо было, о, да, тебя, да. А сердце твое жестокое собакам выкинуть. Да, ты меня, да, запутала, ты меня замотала, не ври, сволочь ты! Не ври, кому ты врешь-то? Самому себе противно слушать, развратник. Прошу тебя, Сергей, не доводи дело до суда. Не позорь семью, не за себя, ради детей прошу. Сергей, Сережа, прошу тебя, прими порошок. Нет, я схиму приму, я в монахи пойду. Я под землей буду жить, а буду. Пустое сказал. Пустое. Хочешь, я на колени встану перед тобой? Я... перед тобой. Поди ты прочь. Подумай, ты ведь будешь сидеть в тюрьме, потом весь город, весь соберется смотреть на тебя. После этого ты страшно и долго будешь умирать арестантом, каторжником, в позоре, в тоске. А тут без боли, без стыда. Выпиши, как уснешь. Ничего, пускай судят. А дети, а позор. А я и в каторге буду жить, пускай. Пустое, прими порошок. Ничего я от тебя не приму. Прими добровольно. А то что, отравишь? Сергей, ты куда? Погоди. Сергей, Сергей, подожди. Подумай о дочерях, за пакости отцов, дети, не плачь. Пусть. Я на суде молчать не стану. За матерей. Пойми. За матерей, которые хрень мужей травят. Слышат тебя, не ори. Я на суде молчать не стану. Я все расскажу. Как ты приводил мой дом гулящих девок, как раз путничал с ними. Студочку напугал. Она после этого вроде слабоумная. Ни к чему не способна. Смотреть на тебя страшно. Слышишь? Прими порошок. Слышишь? Сергей, подожди. Слышишь? Сергей. Из-за чего грызлись? Не знаю. Слышала только, как вас, Борисовна, уговаривали его какой-то порошок принять. Какой порошок? Лекарство, наверное. Какое лекарство? Откуда мне знать, какое? Ну и дура. Сергею никакого лекарства не требуется. Он здоров, как верблюд. Мы с ним всю ночь в лифте 9 ловили и коньяком питались. Может, содовый порошок-то? Еще раз, дура, коньяк сода не требует. Ничего не видишь, ничего не знаешь. За что я тебе только подарки дарю? Да уж, подарили вы мне. Скоро всем уже будет виден подарок ваш. Лучше я, чем Пятеркин. Ага, лучше. Пятеркин вон своих девушек на авто катает. Я тебе... А вы? Покатаю! Я тебе так покатаю, своих не узнаешь. Да ладно, будет вам. Покатали. С ветерком проехались. Замки смазала? Маш! Вот не приду сегодня ночью койку стелить. Будете знать. Но ты двигай, двигай. Ты новость знаешь? Какую новость?
Что ты бегаешь, как росомаха, не причесана? Федор Железнов сгорел. Какой Федор? Что ты мелешь? Пароход наш новый, одну воду плавал. Забыл? Вот те раз. Еще новость. Отца решили судить. Врешь? Не вру. Кто сказал? Сын Мельникова, Евгений. Вот те два. Я отвертелся, значит, капитан. Вот тебе Железнов, вот тебе Храпова. Старинная честная фамилия. Одно к одному, одно к одному. А вот капитан бедолага, а? Не повезло. И нам теперь сраму хватит. А может, оправдают? Да не в этом дело. Дело в суде, в позоре. Да нет, засудят. Теперь какой народ пошел? Раз богатый, значит виноватый. Несчастные люди богатые. Ты пойми, что не столько капитана Железного судить будут, сколько нас, Храповых. А ничего нельзя сделать? В Америку бежать, куда все жулики скрываются. А подкупить суд? Доделали. Ну? Мать мне не одну тысячу истратила, чтобы погасить этот скандал. И прокурору дано, и следователю дано, полиции дано, даже мне дано. А тебе-то зачем? Чтоб молчал. И ты взял? Взял. Не вышло, значит. Да. Не быть теперь мне городским главой. А вам, женихов, вашего круга не видать, как своих ушей, даже с приданым вашим. Запачкал вас, папаша, сукин сын, проходимец. Ах, идиот, вот идиот. Кто? Мать твоя, вот кто? Она не идиотка. Зачем лезла замуж за этого капитана? На 20 лет старше ее. Так вы же уговаривали. Он же приятель ваш. Ну и что? Зачем слушала, коли умная? Уговаривал. Я не от мира сего. Я добродушный. Я артист по натуре. С меня взятки главки. Уговаривал. Знаю. В оперетке молодой мечтали комиком играть. Мечтал. Мечтал. А он по морям плавал. Эко невидаль. Мало дерьма-то по морям плавает. Она его любила. А иди ты к черту. Любила. Опять нос суешь. Куда следует. Там еще лимон есть. И про твою честь. Может быть, еще что-нибудь надо? Нет, ничего, иди. Уйди. Чего ты встала? Иди.
как Сергей-то? Ничего, на сердце жалко. Надо, скажи, чтоб чая дали мне. Сказали бы сразу, что мешаю. Да, и мешаешь. А чаю я хочу. И оденься, распустиха. Сердце, говоришь? Сердце. А ты чего? Чего? С утра и трезвый. Будешь трезвый. Суд-то не удалось отвести. Ну, с девицами-то погоди об этом говорить, я сама им скажу. Наталья знает, она мне и сказала. А ей кто? А этот, сын Мельников. Женька? Ну? Напрасно девицы принимают его. А он интересный. Подруги всех ворат и не ходят к нам. Ну да. А ну-ка, помоги-ка Лизе прибраться в комнату. Быстренько, дочка. Ну куда я не пойду? Почему ты меня все время гонишь и толкаешь? Как это ты с матерью-то разговариваешь, а? А так? У меня дела, Людочка, у меня хозяйство. Хозяйство, хозяйство, а для дочери времени нет. Ну вот буду чай пить, тогда мы с тобой побеседуем. А сейчас иди и помоги Лизе. Никуда не пойду. Я знаю, ты сейчас будешь дядю ругать за то, что он папу распутником называет. А? Ну, распутный, Людочка, это не беда. Распутный распутывает. Кто-нибудь напутал, а он распутывает. Правильно. Я вот, например, всю жизнь распутываю, путаницы разные. Ты неправду говоришь, я знаю, что такой распутный. Вот дядя распутный, он Лизу беременной сделал. Папу он не любит и ругает его. И ты, мама, папу не любишь. А почему ты его не любишь? Ведь дядя тоже пьяница, так ты его любишь. Самовар поставили. А отца я полюбила, Людочка, когда мне не минуло еще и 15 лет. На год моложе тебя было. А в 16 лет мы уже с ним обвенчались. Ты меня слышишь? Угу. А в 17 лет, когда была беременна Федором, за чаем в Троицын день, престольный праздник, облила муж сапог сливками. Ну, бывает. Так он меня заставил сливки сапога слезать. Слезала. А что делать? При чужих людях. А нашу фамилию, Храповых, люди не любили. Мам, зачем ты все это рассказала? Ната, помнишь, как ты коловоротом в переборке дырку сделала? Забавами отца любовалась. Помню. А потом прибежала ко мне, вся в слезах. Мамочка кричала, прогони их, прогони. Помню. Это что же, вы домашний суд устраиваете? Язва какая. Значит, помнишь, Ната? Да. Это хорошо. Без памяти жить нельзя. Родила я 9 человек детей. Осталось вас трое. Людочка, иди сюда, дочка. Садись рядом. Не сердись на мать. Один родился мертвый. 2 девочки до года не дожили. Мальчики до 5. А один 7 лет умер. Рассказала я это вам, чтобы вы замуж не торопились. Мама, почему все умирали, а мы живы? Ну, что такое ваше счастье, дочка? А умирали от того, что родились слабенькие. А слабыми родились от того, что отец ваш пил много, бил меня часто. Вот дядя Прохор помнит это. Да, бивал. Он людей бить на матросах учился, так что бил основательно, с пониманием. Дядя Прохор, а ты свою жену бил? А как же, бивал. А за что? Знаешь, как в одной оперетке поется? Жениться нам весьма легко, но трудно жить втроем. Я с ней 4 года прожил, больше не решился. Спокойней, знаешь, как-то жить одному. Зачем свои лошади, когда лихачи есть? Лиза, что с тобой? Что случилось? Вас Борисовна, там Сергей Петрович, кажется, папа умерли. Ты с ума сошла, дура. Господи, с ума сошла. Прохор Борисович, как же это? А? Как же это?
даже ноги трясутся. Иди, Наталья. Иди. Если умер, значит, судить некого. Соду принимал. Шесть, пять, три, барышня. Да, спасибо. Кто вы, Яков Семенович? Да. Пожалуйте к нам. Нет, сейчас, немедленно. Да. Да. Сергей Петрович скончался. Нет. Нет, был вполне здоров. В церковь собирался. Да. Что? Нет. Нет, он на изжогу жаловался, соду принимал. Нет, никто не видел. Нет, в одночасье, да. Спасибо. Никто не видел. Лизок, может быть, ты видела? Нет, нет, что вы, Господь с вами, вас, Борисовна. Я ничего не видела, ничего не слышала. Вас, Борисовна, вот, истинный крест. Истинный крест, я ничего не видела. Нет, нет, я ничего ну, не видела. Лизочек, ну что с тобой? Вас, ну, успокойся. Анюта, успокойся. Вас, помилуйте, за что, за что? Я же не видела ничего. Анна Васильевна, вот, вот, я ничего не слышала, ничего не видела. Господи, Прохор Борисович, миленький, ну выдыхайте. Чичи, колода, пора устроить. Ступайте все вниз. Я хочу побыть с Сережей одна. Ну, двигай, двигай отсюда. Пошел. Боже, Господи, что же это такое? Прости, Господи, прошу. Богатырь ты, Васа. Богатырь ей Богу. Взяв деда. Это еще что такое? Ты что мелешь-то? Опомнись, дурак. Молчу, сестренка. Молчу. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Yeah.
Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю вас, хозяюшка. Поздравляю. Иди сюда. Иди себе смирно. Храни тебя, Господь. Поцелуй. И Матерь Божия. Поздравляю. Сейчас приедешь. Поздравляю. Поздравляю. Ну, Петр Иванович, поднимайте якорь. Слушаюсь. С Богом. А теперь, господа, почтенные гости, воздав Богу Богова, воздадим кесарю Кесарева. Музыка, славься, играй. Угу. Давай. Смотри, какая она красивая. Это Волга. Волга-мать. Правильно, молодец. Люби ее, она кормилица наша. И кораблик этот люби. Нравится он тебе? Нравится. Молодец. Береги его. А знаешь, чей это кораблик? Чей? Ну, чей, подумай. Наш. Нет, Калюня. Наш это, считай, ничей. Надо говорить, мой. Мой! Молодец! Конфетку дай ему. На-ка, Калюня, держи конфетку. Спасибо. Запомни, Калюня, береги имущество, умножай. Вырастешь, свои корабли строй. Хорошо строй, чтоб долго служили. Хорошо служили. И еще запомни. Время пройдет, меня не будет. Ты стареньким станешь. Дети твои, внуки, правнуки вырастут, а кораблик этот все плавать будет, пользу приносить. Понял меня? Понял. Ну, молодец. На-ка еще конфетку. Держи еще конфетку. Молодец. Теперь, господа, дорогие гости, пожалуйте к столу, отобедать, чем Бог послал. Музыка!
Дорогие гости, прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста. Сергей Васильевич, Авдотья Назаровна, пожалуйста, садитесь. Евлампий Силович, дорогой, присаживайтесь на главу стола, пожалуйста. Дорогие гости, пожалуйста, прошу вас, не стесняйтесь. Всем места хватит. Прошу вас, присаживайтесь. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Людочка, дочки, в середину стола, в середину. Что такое? Там внизу матроса убили. Как убили? Ты что мелешь? Да, убили. Кто? Не знаю. Пожалуйста, прошу вас, дорогие гости. Вздумал собака. Ловишь их, ловишь. С ног сбили с вас, Борисовна. Вы что же, другого места не могли найти? Никак нет. Тут настигли. Как работа? Фамилия? Чижов. Ананья Васильевич. Секретный агент. Документы в порядке. Проверил. Меня интересует фамилия матроса. Завьялов Степан Иванович. 25 лет. Сын слесаря Сормовского завода. В команде первый год. Срочно составьте рапорт. И доложите полковнику Попову. Слушаюсь. Алексей Иванович осведомлен. Уберите его, он уже умер. И чтоб чисто все было. Не извольте беспокоиться, Вася Борисовна. Все чисто будет. Выскоблен. Ну что, Анна, видела сегодня? Каков наш Мельников-то? Тихоня. Видела. Убил и не поморщился. Убил не он, а тот, который в шляпе стоял. Невелика разница. Тот убил, а этот не поморщился. Он в Союз Русского Народа записался. Знаю. Это он дурак из-за сына. Парни-то его хотели выгнать из кадетского корпуса. Вот он и записался. Сегодня, говорят, еще учительницу какую-то арестовали. А потом кочегара. И еще кого-то. Это что, все из этих дало царя? У них это различно. Одни царя, другие всех богатых. И чтобы сами рабочие управляли государством.
Пропьют они государство-то. Тот и оно. Не пьют они вас, Борисовна. Не пьют. Революционеры, видишь ли. Они песни свои поют. И напоют. Беду. Чует мое сердце. Не кончится это добром. Наталья Сергеевна тоже их песенки напевает. Надка, да она что, спятила? По-моему, это она нарочно. Подразнить. Бить ее некому. Она после смерти Сергея Петровича очень мрачной стала. Да еще слухи эти. А что, слухи живут? Живут. А ты слухам веришь? Нет. Меня только самоубийство Лизы смутило. Никак не пойму, почему. Ну, это Прохорова дело. Он ее чем-то напугал. Что, она жила с ним? А ты будто не знаешь. Ты уж со мной не хитри. Да, она беременная была от него. А разве не верит, что Лизавета в бане угорела? Немногие верят. Ну что такое? Чего тебе? Там женщина. Ну, какая женщина в такую пору? Имя трудное. Моисеевна. Господи. Рошель приехала. Включи электричество. Девицам ничего не говори, сама им сюрприз сделаю. И ты тоже молчи. Вскипяти самовар, поставь в столовую. Прибери-ка тут хорошенько. Господи, прикатило. Ну, здравствуй. Не ждали меня, вас, Борисовна? Я уж не ждала. А я вот приехала. Ну уж вижу, что приехала. Явилась, не запылилась. А у вас здесь все как было, по-старому? Да, все как было, по-старому. Ты лучше расскажи, как ты явилась, откуда? За границу. Ну, это понятно, что не из Тамбова. Что, пустили? Нет, я приехала в качестве компаньонки с музыканшей. Так, с чужим паспортом, значит? Да. Молодец, узнаю. Смело это у нас. Еще красивее стала. С такой красотой. Ну да ладно. Как Федор? Правду скажи. Федя вас, Борисовна, безнадежен. Угасает он. Доктора говорят, 2-3 месяца ему стало жить, не больше. Что же ты его там одного оставила? Сюда прикатила? Он сам настоял. Ну, а ты бы его не слушала. Жена ведь. Так надо было вас, Борисовна. Сгорел, значит. Федор, сын капитана Железнова. Да. Худой почти прозрачный стал. Понимает, что приговоренный все такой же. Веселый, странный.
сгорел. Федя, сыночек мой. Коля спит? Что? Коля спит? Коля? Не знаю, спит, наверное. Можно на него взглянуть? Нет, нельзя. Почему? А, его нет здесь. А где он? Ну, в деревне живет. Сосновой рощи. Там хорошо, там песок, сосны. А ему в городе нельзя жить. У него гланды. Родители плохим здоровьем наградили. Далеко это? Верст 50. Как же мне туда съездить? А тебе не надо туда ездить. Не надо. То есть как? Что с ним, что-нибудь случилось? Да ничего с ним не случилось. Жив, здоров, хороший детеныш, умный. Тебе он зачем? Ну как зачем, вас, Борисовна, соскучилась. И потом я его решила отправить за границу. Там у меня сестра замужем за профессором химии, детей у них нет. Так я и думала, что ты потащишь его в свой круг. Нет, Рошель, не дам я тебе, Колет. Не дам. Как это? Я мать. А я бабушка. Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это всем кровь. Дети — это руки мои. Внучат — это мои пальцы. Поняла? Нет, я не понимаю вас. Вы это что, серьезно? Да, не до шуток мне. Нет, ну это что-то допотопное, вас, Борисовна. Вы не можете так думать, вы умная женщина. Ну ладно, ладно. Чтобы не говорить пустых слов, ты вот сиди и слушай. Колю я тебе не отдам. Этого не может быть. Нет, не дам. А ты думаешь, что ты можешь сделать против меня? Ничего не можешь. Для закона ты человек несуществующий. Закон знает тебя как беглую, как революционерку. Объявишься, тебя в тюрьму посадят. Неужели вы воспользуетесь моим положением, вас, Борис? Я не верю. Вы не сделаете этого. Нет, сделаю. Нет, вы отдадите мне Колю. Нет, не отдам. Нет, вас, Борисовна, вы отдадите мне Колю. Ну ладно, ладно, не ори, не на митинге. Спокойно. Колю я тебе не отдам, ему другая судьба назначена. Что вы свели, вас, Борис? Разве можно так? Я же мать. Зверь. Какой же я зверь? Я не зверь. У вас папиросы есть, мои кончились? Не курю. И тебе не советую. Зверь. Я тебя знаю. Ты упрямая. У тебя внешность только такая. Хрупкая. А ты ведь от своей мечты затеи не откажешься. Тебе ведь революцию снова раздувать надо. А мальчика, ребенка в чужую страну, к чужим людям. Парле франсе, лямур, сиротой. Умный прошли. Не дам я тебе, Коля, не дам. Да, в конце концов, вы можете это сделать. Да, могу. Вы даже можете выдать меня полиции. Да, и это могу. Я все могу ради внука. Так что ты отступись. Оставь внука мне. Ты ведь умная. Сообрази, к чему он тебе, обуза? Знаешь, что я не раз жалел, что ты не дочь. Знаю. Ночевать у вас можно? Ну, почему? Ночью. Полиции не выдам. А девчонки мои будут рады видеть тебя, очень рады. Любят они тебя. А Колю я тебе не отдам. Так и знай. Это еще увидим. А что, выкрасть попробуешь? Пустое. Нет.
Я не хочу об этом больше говорить. Устала-то еще, вы ошарашили. Невероятная вы все-таки фигура у вас, Борис. И страшно вас жалко. А мне, Рошель, тебя не страшно. Только жалко. Эх, Рошель, Рошель. Когда мой муженек, все дома, все пристани, все пароходы, все хозяйство в одну ночь проиграл в карты. Я обрадовался. Да, обрадовался. А он поставил последний перстень изумрудный и воротил весь проигрыш. Лишь слишком. А сам запил. Безобразно запил. Вот тут моя радость и кончилась. Полтора десятка лет я везу этот дом. Все это огромное хозяйство. Детей ради везу. А дети, ты знаешь, дети, какую силу истратила. Какая я была девушка. Веселая была. И теперь все. Оправдание мое, вся надежда моя, Коля, внук мой. Вот вы сообразите вас, Борис. Насколько мне приятно это слышать, что мой Коля сын ваше оправдание. Неприятно? Ничего. Я тоже от тебя кое-что кисленькое-то слышала. Ну да ладно. Давай-ка чай пить. При девицах сохраним вежливость, так что ли? Не надо им говорить, вас, Борисовна, что я приехала нелегально. И спор нашим знать незачем, они ведь ничего не решают. Ну, это понятно, что не надо. Рашенька приехала! Как я по тебе соскучилась. Не телеграфировала, почему? Надка спрашивать любит. Ей скажут здравствуй, а она спрашивает, почему. Ты, Люда, совсем не изменилась. Все такая же милая. Хотя и выросла. Это плохо. Ну, почему плохо? Хорошо. А вот Надка... Что, постарела? А девушке не скажешь, возмужала? Но вот именно такое впечатление. Говорят, созрела. Это иное. Ты уж перезрела. Как Федор выздоравливает? Нет, Федор плох. Почему же ты уехала от него? За сыном, за Колей. А я его не отдаю за границу. Раш, ты знаешь, Коля такой милый, смелый стал. Он сегодня здесь был, когда мы корабль светили. Как? Коля был здесь? Да. Вас, Борис, на что же вы мне не сказали? Был да сплыл. Теперь уж нет чего говорить. А где он теперь? В деревню отвезли. Он в Хомутове, в лесу живет. Там такой лес замечательный, сосновый. А может, и в Богохудове. Там липовая роща, пасека. Так вы не знаете, где он. А ты, Рошель, девчонок не спрашивай. Помни наш уговор. Какой уговор, Раша? Уговор чай пить без промедления. Скрываешь. Не сердись. Расскажи лучше, как живешь. Ведь мы 2 года не виделись. Живу удивительно хорошо. Мама, телефон. Угу. Сейчас приду. Ну, значит, счастливо живешь, да? Да. Мне даже стыдно. Удивительно хорошо. А ты, Над? Я? Я тоже удивляюсь.
Кого я вижу? Рахиль, киска, птичка моя! Откуда ты, прелестное дитя? Похорошела-то, как только я тебя зацелую. Прохор Борисович! Все такое же, Прохор Борисович. Не хуже, не лучше. Остаюсь при своих козырях. Веселитесь. Имею право. У нас нынче праздник. Какой? Корабль светили. 30 000 цена. О, еще веселиться. Веселье ремесло мое. Главное качество – простодушная веселость. Это у меня от природы естества моего. Капитан Железнов помер, так я теперь во славу семьи и хозяйства один за двоих гуляю. А он давно хворал? Это верно. Давно пора. Я неправильно спросила, долго ли он хворал? Он не хворал. Он в одночасье так паф и со святыми упокой. Дядя, перестаньте, это безобразие. Со святыми безобразие? Ты, девка, не учи меня. Молода еще учить. Откуда ж ты явилась, разрушительница жизни? Из Швейцарии, да? Федор-то жив? Жив. Плохо. Плохо. Правильно. Не стойко потомство Железного. О, хлюпики. Кильки. Мы храпово покрепче будем. Что там в клубе случилось? А ты откуда знаешь? По телефону. Драку на политической основе. Вот, все очень просто. Снова о тебе в газетах напишут. Ты за что Мельникова избил? Да я его один раз только ударил. Один раз? Да. Он надумал, лаял собака, а я его по морде. Тебе что, жить надоело? Он же в союз русского народа записался. Ну и что? Какая важность? Да он в телефонную книгу вписан. И не горжусь этим. Совсем он против. Идиот. Обижаешь, сестренка? Послушай, Прохор. Вот сейчас вернусь и буду слушать. Верно, Ильки? Я вас сейчас вином угощу. Такой портвейн, какого даже сами португальцы не нюхали. Какой смешной, правда? Все больше пить стал и НАТО учит. Уже научил. Это правда, НАТО? Да. Мне нравится вино. И опьянение нравится. Ты прибавь, обить меня некому. Обить меня некому. Ой, Наталья, смотри у меня. Вы велели прибавить, я и прибавила. Счастье твое, что у меня времени нет. Чёрта выгнать из тебя. Ната очень дерзко стала с мамой. По-моему, это очень плохо. Правда, Раш? Замахиваешься по-благородному жить. Интеллигентно. А сама свинья. Свиньи хороших пород очень ценятся. Вот так и живем, Рошель. Что молчишь? Рошель. А что тут скажешь, Вася Борисовна? Тут уж я помолчу. А то ведь опять поссоримся. Ну, помолчи, помолчи. Помолчи. А то, может, споешь? А? Ты ведь петь мастерица. Спой, Рашенька, спой. Я так люблю, когда ты поешь. Споешь? Правда, Рахим, спой. 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 Ну, спой, спой. Не ломайся. Ну, хорошо. Вот, сыграй нам что-нибудь трогательное, душевное. Шопен, хорошо. Хорошо.
Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Рошель, ты с ума сошла? Прекрати сейчас же. Ну, вы же сами просили, вас, Борисовна. Но я тебя просила трогательное. Как здорово, Рошель, спой еще. Я тебе спою, я тебе так спою, своих не узнаешь. Тоже мне революционерка. Ну, что-нибудь трогательное знаешь? Вот. Вот это другое дело. Белые, бледные, нежно душистые, грезят ночные цветы. С лаской безмолвной лучи серебристые шлет им луна с высоты. Силой волшебною, силой чудесною эти цветы расцвели. В них сочетались с отрадой небесною грешные чары земли. Трудно дышать, это ночь опьяненная, знойная, истомой полна. Сладким дыханием цветов напоенная душу волнует она. Шепчут цветы свои речи беззвучные, тайны неведомые ждут. Вплоть до рассвета с луной неразлучные грезят они и цветут. Раша, молодец. Раша, ну живи с нами. Сама говорила, о сыне соскучилась. Рашенька, оставайся, сына будешь воспитывать. Девчонки мои любят тебя, ты это знаешь. Ну, Людочка, Наталья, уговаривайте ее, уговаривайте. Рашенька, живи с нами, ну, пожалуйста. Живи с нами, Рашель. Не могу. Почему? Потому что. Почему потому что? Потому что есть нечто. Ну, что есть? Ну, что может быть важнее дома, семьи? Нет, Вася Борисовна, есть нечто неизмеримо более высокое, чем наши личные связи и привязанности. Рашенька, ты куда? Ну, сыграй, пожалуйста, вот еще. Ну, тис, отнесемся к этому серьезно. Вася, разреши угостить. Редкая вещь, не пожалеешь? Опа! Ну и засадили пробочку. Да, портвейнцы. Что это мы в самом деле, а? Рошель, а ну-ка к нам. Невестка приехала. Давайте-ка отметим это событие. Вот Раша, так, иди сюда. Вот, иди попробуй. Сюда, не дуйся. Натуля, девчонки, попробуй портвейнчик. Давайте. Такого срода не пробовала. Наливай, наливай. Хорошо, наливай. Погрузил. Неволя была вам. Ну ладно, вы подождите меня смирно. Мам, ты куда? Я сейчас. Портмоне. Пожалуйста. Баржу арестовали. Идиот приказчик погрузил кожу без санитарного осмотра, без клейм. А на баржу еще у меня овчина, мочала, лыка. Поеду позволять. Вы смирно тут без меня. Мам, ты скоро? Скоро, дочка, скоро. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Поехала. Поехала речной полиции взятку давать. У нас водяная полиция, разбойники. Впрочем, сухопутные тоже. Ну что, выпьем? Это будет получше, надо сказать, чем твоя любимая. Наливай, брат, наливай еще до капли, выпивай. Взяли. Люда, Люда. Вот так и живем, Раша. Полиция обижает. Вы уже городской голова? Был. В мечтах на этом пункте. А потом сообразил, на кой черт мне эта обуза. Проживу лучше вольным казаком. Неверно это. Казак вы невольный. И от выборов отказались из трусости. Вот до чего Наталья любит меня обижать. Молодая, а уже ведьма. Очень похожа на... Да.
А, в общем-то, она правильно сказала. Человек я осторожный после смерти капитана. После смерти отца пошли слухи, что он отравился. И даже что мы отравили его. Чтобы не позориться на суде. Глупости какие? Вот именно глупости. Дело это паскудное было прекращено прокурором. За недоказанностью обвинения. А дядя испугался слухов. Подумал, не выберут головы. Довольно, Ната. Вот она всегда так против язва. А ты, дядя Чири, ведь если обвинение не доказано, это не значит, что обвиняемый не виноват. Правда, Рашель? Правда. Раша, разве надо так против всех? Разве нельзя жить дурой, как Людмила Железнова? Напрасно ругаешься, я все равно не рассержусь. Я не сержусь, хоть больно ноет грудь. Финита. Девочки, освободите крышку рояля. Я ее на минутку приподниму. А что такое? Сюрприз. Си-бемоль, ликер. Ого, а я-то думаю, что это у меня поди, во второй октаве западают. Ситрон. Ну и ну. Может, и корочки хотите? Нет, спасибо. А булочка? Спасибо, не хочу. Не хотите, как хотите. Закрываю. Кильки, а почему это мы стоим? В ногах, правда, нет. Ее вообще нет. Понимает. Стулья! Хорошо. Ой, хорошо, Кильки. Прохор Борисович. А? Скажите, пожалуйста, где мой Коля? Только правду скажите. Далеко он отсюда? Колька-то? Нет, верст 20-25, не больше. О, тесная на тебя. Дорожечка слабенькая, а так хорош. Бабушка не хочет мне его отдавать. Ну и правильно. Зачем тебе сын при твоей беглой жизни? А ты как думаешь, Ната? Требуй, чтобы отдала. Не будет отдавать, выкради. О, мысль. И какая мысль? Молодец, Натка. Да, выкради, увези, спрячь. Ты же видишь, какие мы тут все выродки. Нет, выкрасть, увезти этого я не смогу сделать. Почему? Потому что у меня есть другое дело, более серьезное. Серьезнее сына? Зачем же ты родила? Да, наверное, это была моя ошибка. Ошибка? Ты что, это серьезно? Ты удивляешься, потому что ты не понимаешь. А для меня нет жизни без этого дела. И пусть я потеряю, никогда не увижу Колю. Еще чего? Типун тебе на язык. Ты что, болтаешь, Раша? Вот именно. Ну, его же выкрасть можно, твоего Кольку, сорванца, паршивца. Это замечательно. Сестре вилка в бок. Я бы убила сына, но не оставила его здесь никогда. Верно, Натка, правильно говоришь. Но не могу я увести его без помощи вас, Борис, не понимаете? Я не могу. Ерунда. Дядя устроит. Он рад чем-нибудь мать ударить. Увезем, спрячем. Потом переправим к тебе. Куда? Я не знаю, где я буду жить. Если удастся вернуться в Швейцарию, проживу там несколько дней. Мне надо жить здесь, в России. А я не могу воспитывать Колю. А там... В Цюрихе у сестры хорошо было бы. Я не знаю, что делать. Шуруй, Рошель! А мы с Наткой тебе поможем. Поможем. Честное слово, у меня Пятеркин есть. Он все может. Перестаньте, Прохор Борисович. Алешка Пятеркин. Он архиерея украдет, не то что мальчишку. А давайте его позовем, он нам спляшет. О, мысль. Двигай, Людок. Ура! Ну скажи, чтоб цыган Абрамку позвал. И Василия. Пятеркин! С компанией. Пятеркин вахлак. Сегодня авто вместо бензина самогоном заправил. Говорит, бензин горит и самогон горит. Значит, они, стало быть, совместимы и взаимно заменяемы. Это Кулибин. А хозяйка на извозчике поехала. Кого я вижу с утра?
кого пора? Так они гулять будем, гулять! Адера! Адера, ребята! Вот они! Идут! Чавелочки! Чавелочки! Сделаем для Запада! Сделаем для Европы! И чтоб безупречно! Ребятушки! Ура! Ай, Васину! Как вам не стыдно, Прохор Борисович? Вы же пожилой человек. Что вы себе позволяете, растлитель? Фу, не чувствуешь искусства. Что это вы тут сидите? В темноте? Тебя ждем. Опять застолье за роялем устроили. Что, столов в доме мало? Прохор опять сигару курил.
Сколько раз говорила, не курить в доме сигар. $700. Как в печку бросила. Кругом взяточники. Продажные души. Ну, что вы тут делали? Чай пили. Вижу. Ты, кажется, слишком выпила. Еще держусь на ногах. И то, слава богу. Мам, а дядя Прохор уговаривал Рашу Колю украсть. Видишь, какой забавник. Ну, она что? Она не согласилась. Она такая неприятная стала. Скучная. Умные все неприятные. Так. Ну, а я что ж, по-твоему, дура? Нет, ты человеческая женщина. Людочка, уж и не знаю. Как это и понять-то? Хуже дуры, что ли? А? Лучше. Ну, ладно. Пусть будет по-твоему. Человеческая женщина. Иди-ка, дочка, попроси, чтобы самовар подогрели мне. Чаю я хочу очень. Угу. Наталья? Ну ты задницу свою оторви от дивана. С матерью-то поговорить. Ну, оторвала. За границу хочешь поехать? Хочу. Кто же путешествовать не хочет? Вы это знаете. Можешь. Спасибо. Возьмешь Анну. С Анной не поеду. Почему? Она мне здесь надоела. Одну не пущу. Эх, девка, времени у меня нет поговорить с тобой. А Колю воспитывать найдете время? А ему мало надо. Нет, больше, чем мне. Поедешь с Анной? Нет. Поедешь. Увидишь Федора. Наташ, плохо он. Помирает. Это меня не соблазняет никак. Молчать, дьявол! Хорошо, молчу. Что это вы? Ничего. Разговариваем. Садись. Разволновали меня. Даже сердце колет. $700, как в печку бросила. Кругом взяточники. Продажные души. Ну что, Рошель, Прохор уговаривал украсть Колю? Он выпивший. Ну, он и трезвый, может. Дочери, ну вы бы шли спать, поздновато уже, а? Мама, ужинать. Ой, про ужин-то я совсем забыл. Я пить хочу, чаю горячего. Чай холодный. Вино теплое. Ну, идите, скажите, чтобы накрывали в столовой. Ты что? Я беда. Ну что, Рошель, как? Вася Борисовна, отдайте мне Колю. Я его отправлю за границу. Снова, значит, спорить хочешь? Нет, не отдам. Что вы с ним собираетесь делать? Как воспитывать?
Ничего, сумеем. Мы люди оседлые, у нас деньги есть. Наймем самых лучших учителей, профессоров. Выучим. Выучить? Да не тому, что должен знать честный человек. Чему можно научиться в доме? С цыганами, с гитарами, с пьяным братом вашим. Вы бы видели, что здесь было без вас. А что было здесь без меня? Бакханалия. Цыгань, пьяный ваш брат, непристойные поцелуи. Вы бы посмотрели на своих дочерей. Вас и Борисовна, они распущены. Они были невменяемы. И Людочка тоже. А Прохора Борисовича вообще надо изолировать. Он растлитель, его судить надо. Все. Завтра же отошли его с Сызрани на Смоляной завод. Надоело. Хватит. И правильно сделаете. Пусть там гуляет. Но это не спасет. Мерзавец. Я очень хорошо знаю ваш класс. Здесь, в России, за границей. Это безнадежно больной класс. Живете вы автоматически в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных. Живете, ненавидя, презирая друг друга и не ставя перед собой вопрос, зачем живете, кому вы нужны. Даже самые сильные из вас, наиболее умные люди, живут из отвращения к смерти, из страха перед ней. Вас, Борисовна, отдайте мне Колю, пожалуйста. Ой, Рошель, Рошель, я ведь тебя за умную почитала. А ты, особенно когда о жизни рассуждаешь, класс, класс, революция, класс. Милая Гурий Львович Кротких, управляющий моим пароходством, насчет класса-то лучше твоего понимает. Революции тогда законны, когда они этому классу полезны. А ты о какой-то незаконной революции толкуешь, о надземной какой-то. Революция, революция. Революция твоя вспыхнула и прогорела. Одна зола осталась. Социалисты должны объединить рабочих для интересов промышленности, торговли. Вот так. Вот так он предлагает. И это правильно. Он не дурак. Его фамилия Кротких? Кротких. Ну вот, сообразно своей фамилии он... И проповедуют воспитание пролетариев короткими. Он такой не один, такие весьма часто встречаются. И как верным рабам вашим, вы не позволяете подниматься слишком... Да пойми ты, Рошель, мне, Васе Железнову, дела нет до класса этого. Мне на него наплевать и растереть. Я купчиха. Я женщина практическая. Слов не люблю. Я ими сыта по горло. Мое дело в моих руках. И никто помешать мне не может. И застращать меня ничем нельзя. На мой век всего хватит. И внуку своему я все, что надо, оставлю. И давай хватит. Все, хватит. Ужинать пора. Какой сегодня длинный день. С четырех на ногах. Устала я. Не буду я ужинать вас, Борисовна. Противен мне хлеб ваш. Где я могу отдохнуть? Иди, Наталья укажет. Да, подожди-ка. Пойди сюда, что скажу-то. Что такое? Да ничего такого. Я давеча, пока ты роман спела, пистолетик твой из сумочки-то вытащила и выбросила его. Ну, чтоб ты чего доброго глупости не наделала. Так что уж ты не обижайся на меня. Обижаться на вас за что? Это вполне в вашем стиле. Только, между прочим, у меня ведь еще один есть. Имейте это в виду. Я уж не говорю о бомбах. Шутишь? А? Шучу. Ну, шути, шути. Да шутишься.
лет я ему противен. Кто бы посмел мне сказать такое? Анна где? Не знаю вас, и Борисовна. Пропала куда-то. Дверь заперта. Найди. Слушаюсь. Чуешь? Ну, почему? Вон там, почему? Где? Вон там, внизу, внизу. Нет ее нигде, Васа Борисовна. Обыскалась. Может, у соседей она там спросить? Не надо у себя она. Стучала, не отпирает. Стучи громче. Кричи, хозяйка зовет. А может, все-таки у соседей спросить? Дело, что говорю. Слушаюсь. Звали вас, Борисовна? Что здесь было без меня? Прохор Борисович предложил выкрасть Колю. Сам предложил? Сам. Сначала он сказал правильно, тебе сын ни к чему, а потом вдруг обрадовался. Это, говорит, будет сестре вилка в бок. А Наталья что? Это она первая и предложила выкрасть. Врешь. Путаешь. Нет, Васа Борисовна, я не путаю. Пожалуйста. А, вот. Когда Рошель Моисеевна сказала, что вы Колю оставляете за собой, Прохор Борисович сказал правильно. А когда Наташа предложила выкради, так и он тоже. Я ничего не путаю, все так было. Ну, иди, садись. Сядь. Спасибо, я постою. Садись. Что, и цыгане были? Были. Что ж ты молчишь? Я не молчу. Я по порядку, Васа Борисовна. Как было все? А как было все? Как всегда без вас. Вертеп. Вот братец, а? Ему бы только пакость сделать. Только бы укусить меня. Хоть за пятку, да укусить. Все. В Сызрани его на Смоленый завод. Завтра же. Правильно. У меня, говорит Петеркин, не то что мальчика. Архиерей украсть может. Ну, Алешка Петеркин не дурак. К тому же в Париж поедет. Как? За что это ему такая милость, Вася Борисовна? Он же вам сегодня... Авто самогоном испортил. Весной трубочку какую-то из мотора открутил. Вот-вот, я его за трубочку-то эту убить готова была. И правильно бы сделали, если бы убили. Нет, неправильно. Авто без трубочки-то быстрее бегать стало. И бензину меньше ест. Ну и что? А то. Он совершенно гнусный раб.
Экономия в хозяйстве получается. Алешка-то про случай этот господину Пежо в Париж написал. Чертежик приложил. Да знаю. А тот ему гонорар, 1000 франков и приглашение на завод приехать. Как? Вот так. Вот тебе и Пятеркин. Пойдет дело так, миллионщиком станет Пятеркин-то наш. И что же, вы его отпустите? А как же? Еще и денег на дорогу дам. Ценный работник. Вернется, повышение получит. Да не вернется он. С чего это ты взяла? Самец он. Ну, тебе виднее. Я в ваши дела не вмешиваюсь. А только Алешка Пятеркин талант. От него большая польза в хозяйстве может быть. Запомни это. Польза. Да закружат его там француженки, Васа Борисовна. Соблазнят, вот увидите. Слабый он. Что же ты предлагаешь? Пошлите меня вместе с ним. Пасти его там буду. Пасти? А я тут одна, в дурах. Господь с вами, Васа Борисовна. Даже в мыслях такого нет. Вами живу, вами богат. Да, мною. Ну ладно, ладно, не дуйся. Чего глупо-то распустила? У меня для тебя другое дело есть. В Швейцарию поедешь. В Цюрих. К Федору. С Натальей поедешь. Может быть, и одна. Ой. Вас, Борисовна. Ой. Я даже не знаю, как и благодарить-то вас. О, ну, будет, спасибо. Будет. Ну, будет. Спасибо. Будет тебе. Спотела вся, дуреха. Простите меня. Капает с лица-то. Извините, Васа Борисовна, извините. Ты слушай меня. Слышишь? Если Федор плох, дождешься конца. Поняла? Поняла. Дождусь, Васа Борисовна. Обязательно дождусь. Ну, впрочем, потом об этом с тобой поговорим. Теперь вот что. Пойдешь сейчас в жандармское управление к полковнику Попову. Алексей Иванович? Да, именно его найди. Скажешь, спешное, важное дело. Вот. Скажешь ему, что ко мне из-за границы приехала мигрантка Рахиль Топаз. Ну, он знает, кто это. Он и арестовывал. Помню. Ну, так вот, если ему нужно снова ее взять, так пусть берут на улице, а в дом не приходят. Угу. Потому что слухи снова по городу пойдут, что выдала ее ты или я. Правильно. Пойдут. Только, Васа Борисовна... Что только? Может, не сегодня? Что значит не сегодня? Ты что же, отказываешься служить мне? Ты что, тебе ее жалко, а Колю тебе не жалко? Да нет же, Господи, Боже мой, я за вас жизнь отдам. А что мне жалеть еврейку эту? Вы же знаете, она меня презирает. Ну а что ж ты мнешься-то? Да боюсь я ночью идти к жандармам-то этим. Господи, глупости какие. Что они, съедят тебя, что ли? Хуже. В прошлый раз ведь как забыли? Навалились все на меня ночью-то. Еле ноги унесла.
жеребцы проклятые. Ну, вообще-то верно, время позднее. Попов, наверное, в карты где-нибудь играет. Ладно, завтра утром. Пораньше. Кофе напьешься и двигай к Попову. Ой, слушаюсь. Рошель все пугает меня. Класс, класс. Какой класс? Это я класс. Меня она и ненавидит. Да, меня. Сына увела, как коня цыган. Ну, а Коля она у меня шиш получит. Правильно, Васа Борисовна. Шиш ей. Правильно. Не получит она Колю-то. Не здоровится вам, Васа Борисовна? А что? Личико у вас какое-то бледненькое. Аня. Что, Васа Борисовна? Завари-ка мне малины. Быстро пить хочу. Быстро, Аня. Сейчас, Васа Борисовна. Доктор, что ли, позвать? Да. Надо.
Так. Что я? Ах, да. Извините вас, Борисовна, задержалась. В доме воды не было. На колодец ходила. Что с вами, вас, Борисовна? Барышня, 252. Алексей, Пятеркин, ты? Это я, Анна. Вот что. Вася Борисовна скончалась. Только что. Как, не знаю, как, не видела. Вдруг. Ты давай двигай к нотариусу быстро. Завещание возьми и бегом, понял? Деньги не забудь. Где? В грации моей лиловой забыл? Все возьми. Дай сколько попросят. Не хватит. Обещай еще. Скажи, дело сделаем, не обидим, много дадим. Понял? Потом сразу сюда, в офис. Ну, в кабинет. Здесь буду. Все здесь будут. Здесь она. Ох.
Умерла. Ух ты. Железнов в одночасье. Теперь она. Опять город начнет чепуху молоть. Замолчите. За Анной следить надо. Ключи надо найти. Ключ от сейфа. Она все знает. Глаза закрыть надо. Закрой. Я боюсь. Вы закройте. Посмотри. Ключ. Нормально. Не буду. Не хочу. Уйдите. Ну как же уйду? Нет ключей-то. Анна взяла. Наталья Сергеевна, Людочка в обмороке. Доктору звонили? Где ключи? Позвонила. Господи, что же делать-то будем? Ключи где от сейфа, сучка? Вы Рошель сказали? Надо ли ей говорить-то, Наталья Сергеевна? Вы сволочь, Анна. Ну, не раскисай. Ключ от сейфа где? Ключ где? Вот он. Ну, доставай, воровка. Доставай. Ну. Я не забудьте, 13 лет веры и правды. Получишь, чего стоишь. Ну. Всю молодость вам отдала. Лёшка, не пускай никого. Постой. Че ты? Дурак. Я ж опекуном несовершеннолетних буду. Верно? Верно? Черт взял. Пошла вон, Анна. Конец твоей кошкиной жизни. Иди к черту. Завтра же. Нет, сегодня. Надоело ты мне, наушница. Надоело, стерлоза. Прохор Борисович, покайтесь. Напрасно вы это. Иди. Ты свое взяла. Наворовала довольно. Брысь. Нет, позвольте. У меня кое-что есть. Алексей, завещание. Какое еще завещание? Завещание усопшей. Васы Борисовны Железновой, урожденной Храповой, об опекунстве. Опекуном несовершеннолетних, единственным. Объявляюсь я, Анна Васильевна Ношенкова, а не вы, алкоголик. Вот, читайте. Читайте. Только чур из моих рук. Алексей, поглядывай за ним, а то еще чего доброго документ порвет. Подлог. Фальшивка. Фальшивка? Вы что же, руку своей сестры родной не узнаете, Прохор Борисович? Подделка. Нет, не подделка. Все подлинно. И печать нотариуса, и подпись его. Подлинно все. Вот так. Полиция! Караул! Полиция! Полиция!
Лови его! Запущу! Анна! Отсюда! Давай, комик! Комик, Анна! Быстрее! Давай все на стол. Офис будем делать. Воруете? Зачем? Свое берем. Свое? Что у вас здесь свое? Вот, Наташа, смотри. Мелкие хищники поедают крупных. Ага! Шли бы вы, Рашель Моисеевна, по добру, по здорову. Не мешали бы работать людям. Не пугайте. Не страшно. Выдавать меня полиции вам смысла нет. Тогда мой Коля на вас останется, лишний рот. Где он находится? Адрес мне, быстро! В деревне Котельниково, 35 верст отсюда. Найдете? Да уж найду. Что, ошалел? Поаккуратнее не можешь. Пей. Ошалеешь. Вон в уху укусил меня. Алкоголик этот. Кисть не гнется. Людочка, а маму мы уже перенесли. Она у себя лежит. Ступай, побудь с ней немного.